реально молодец. Спасибо. Да. Потому что больше нам даже не понадобится мука, скорее всего. Потому что меня устраивает... Не понадобится. Меня устраивает вид, консистенция. Что из этого сода? И вот это соль, наверное. Да, соль. А вот это сода. 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 Джусо. Джусо. Никто не носит с собой ножницы в сумочке. Понятно? А еще говорят, что в женской сумочке можно найти абсолютно все. У Фуки все. У Фуки все есть. Что дальше? Сода が入りました. Джусо. 皆さん、重曹入れるそうです。新しくないですか？新しいんだ。だってクレープに入れたくないです。でもケーキとか入れません？Еще нам нужно немножко соли. Вторая ассистентка не помогает. Да, ты же ассистент, кубинатта. Кубинатта, да? Кубинатта, да? Ты кубино снапп, который дай пора. Кубинатта. Доверимся интуиции. Мне кажется, что нужна еще одна ложка сахара. Потому что сахара много не бывает. Вот. А так Фуки практически достигла идеальной кондиции. Это с первого раза. Все-таки, я считаю, правильно говорил. Говорят вообще все, что талантливый человек талантлив во всем. Молодец. Какое теплое слово. Так что сегодня ты печешь блины, а завтра мы играем третий концерт Рахманинова. Невозможно! Невозможно просто! Достаточно теперь еще добавляем 2 ложки растительного масла. И тоже не нужно будет перемешать. Ага. Вот ты чисто не берешь, да? Вот, чуть-чуть еще. Что для, нужно для того, чтобы блины не подгорали. Там не надо. Да, еще чуть-чуть нужно помешать и оставить тесто, собственно, отдохнуть, как я и сказал. Минут на 15, чтобы она просто постояла, его никто не трогал, не задавал лишних вопросов. Проводил интервью, пресс-конференции. Вот, никаких не было. И оно успокоится, и мы начнем его жарить. Ага, хорошо. Ну что, дорогие друзья, вот наступает самый ответственный момент. Момент, который я боялся. Потому что сейчас все мое умение, а точнее не умение, оно проявится просто как на чистом листе. Мы должны зачерпнуть немного теста. Наше тесто отдохнуло. Оно лично сказало мне, что оно готово. Вот. И теперь мы должны... Вот такими движениями. О, сгой! Ну, посмотрим, какой будет первый блин. Нам нужна лопатка. Не очень ровно, но мне просто нужно понять, какова у нас консистенция. Вот оно! Ученик превзошел учителя! Есть традиция моего дома. Обычно блины пекутся, кладутся в тарелку, потом снова, и потом уже подаются к столу. Я этого не жду и всегда пробую первый блин. Потому что если он не удался, это всегда можно просто уничтожить. Я сейчас немножко должен себя обезопасить. 50% успеха любого блина – это плита и сковородка.
А ну это да. Это правда. Это правда. Потому что крутая сковородка, которая действительно абсолютно термически одинаково во всех местах, разогревается правильно, на которой не пригорает ничего, она, ну, дает кучу бонусов. Во-вторых, я готовлю на незнакомой мне плите, поэтому я не знаю, как оно тут все получится, но по идее должно получиться. Получилось не очень тонко, но. Но мы. Хорошо. Следующий будет более тонкий. Просто есть разные любители. Кто-то любит блины потолще, и в таких случаях добавляют пиво. Чуть-чуть пиво, да, пиво. Немного, совсем немного, там буквально 50 грамм пива в тесто, чтобы оно было более пышным и более толстеньким таким. Еще больше получается пузыриков, оно больше из-за того, что там есть дрожжи, оно дышит. Вот, но я люблю классические блины без добавления чего бы то ни было лишнего, и чтобы они были очень тонкими. У меня так делала бабушка, вот, но у меня никогда так не получается. Хорошо, очень вкусно. Но выглядит съедобно, да, по крайней мере. Хороший запах. Так. Я не пережарил. Идеально. Так, на всякий случай мы пока выключим плиту. И что я предлагаю, надо попробовать все-таки. На дело рук наших. Попробуйте. Конечно. Мне всегда интересно, в том-то дело, что обычно пробуют уже в конце, но мне интересно попробовать сейчас. Поэтому мы сразу же снимем, так сказать, пробу. Ну что? Я считаю, что the time is up. Красота. Нет, достаточно тонкий, кстати, получился. О, хорошо. Все. Ну что? Все. Вот блины. Блины? Блины как блины. К ним как раз нужна сгущенка и горячий чай. Да. Я считаю, что больше к этому ничего не нужно. Да. Вот, ну как? Вкусно! Поехали дальше. Ну, сенсей, вы не скажете уже пословицу, потому что все хорошо получилось. Да. Есть пословица, что пожалуйста. Первый блин кому. Чтобы ее объяснить, нужно было испортить первый блин. Но я старался, но у меня не получилось. Ну, в общем, если бы он не получился, он был бы кусками, он бы рвался, когда я его переворачиваю, иногда они рвутся, вот, потому что неправильная консистенция. Говорят, первый блин комом, что значит не отчаивайся, следующие будут лучше. Но мы надеемся, что у нас и первый был ничего, и остальные будут тоже вполне себе. Кто-то заморачивается по поводу формы, чтобы форма была идеально круглая. Я никогда об этом не думал. Для меня главное вкусовые качества. Хотя, конечно, в Японии есть культ еды, и еда должна быть всегда очень красивая. Все очень здорово. Но как бы символ солнца, нет? Да, поэтому я очень красиво налью туда сгущенки. Тайо祭なのでね、一応太陽の、なんていうの、太陽としてブリネを食べるんですよ、多分。なぜかっていうと、昔ロシアは多神教だったんですよ。ユジーチェストワって言うんですけど、でもクニャージヴィリキオラジミルが、キリスト教を取り入れてから、ロシアはロシア正教になっちゃったんですよ。だけど素晴らしいことに、ユジーチェストワの時のプライズニックが残ってるんですね。はい。Я абсолютно согласен с коллегой.